Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня 1 января 2022 года. Новый год. Всем я вас и поздравляю. Братья из Тихоокеанского объединения предложили нам иметь неделю молитвы. И мы это поддержали. И сегодня мы благодарим Господа за прожитый 2021 год. За все трудности, за все переживания и за все небольшие радости, которые мы имели в нашей церкви. И будем благодарить за это Господа. Второе, мы попросим Господа, будем молиться о служителях нашей церкви. Кто готовит вам проповедь? И всех, кто что-то делает, ведет какие-то служения в нашей церкви. Мы также будем молиться о единстве церкви и о духовном росте каждого брата и сестры. Писание говорит нам, Иисус Навин, 1 глава, 8 стих, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано». И говорит, тогда ты будешь успешен на всех путях своих. Иоанн в Новом Завете говорит, 5 глава, 39 стих, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». И дальше 8 глава, 31 стих, очень ценные для меня слова. Тогда сказал Христос уверовавшим Его иудеям, уверовавшим в Него иудеям. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. В Откровении 22 глава 11 стих, там говорится о том, что нечестивый пусть еще сквернится, а праведный пусть творит правду еще, и святый да освящается еще. Будьте благословенны, друзья. Благодарите Господа за все, что вы имели в прошлом году. И молитесь о служителях вашей церкви, молитесь о единстве церкви и молитесь о своем духовном росте и духовном росте церкви. Будьте благословенны. Аминь.